Давайте разберем эту песню. Итак, сначала по аккордам. Аккордов песни всего три. C, D, S, M, H и A. А я вот так зажимаю, просто тут желательно, чтобы первая струна не звучала на пятом ладу, либо первая открытая, ну, либо, если так сложно, то можно, соответственно, вот так паре ставить. Просто аккуратнее играть, чтобы первая струна не звучала. Итак, все, всего три аккорда. Как мы играем вступление? Ставим CM, дергаем вместе пятую и третью. Потом бьем вниз два раза. Ставим аккорд H. Тут мы играем также пятую и третью, потом вниз. И потом на третьей струне шестой лад. То есть получается вот так. Опять ставим C, D, S, M. Тут мы играем вместе пятую и четвертую. Потом вниз бьем. И потом играем вторую, третью. Все вместе получается вот так. Потом ставим аккорд H. Бьем вниз. Играем четвертую, вторую, третью. Все вместе получается вот так. И, соответственно, заново. Перед припевом, вот мы доиграли C, D, S, M, когда вместе с четвертой струной. Тут мы зажимаем на пятой струне 2 и на четвертой струне 4. Играем просто вниз-вверх, вниз-вверх эти две струны. Потом зажимаем второй лад, играем вниз-вверх и на четвертой струне первый лад тоже вниз-вверх. Получается вот так. Вот нужно аккуратно сыграть, другие струны не задеть. Можно еще вот так, шестую, третью зажать, но поставить пальцы, чтобы не играли. И просто одним туда-сюда играть. Пошел у нас припев, ой, куплет. Куплет мы играем обычным боем, можно сыграть вниз, вверх, вверх. То есть это будет C, D, S, M, H, A и опять H. Начинается припев, мы после А, вот аккорд H играем, и потом на припеве мы переходим опять в аккорд А. Тут практически тот же самый бой, можно сыграть вниз, вверх, вверх, да, вот так лучше сыграть. Вот начинаем с аккорда А, вниз, вверх, вверх, ставим H. Я тут просто играю не сверх, не сверх. И C, D, S, M тоже вниз, вверх, вверх, как А. H опять так. В целом вот все песни. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.